Вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом. Первой точкой визита стал жилой комплекс «Окский берег». Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели детский сад в Окском береге. Современное здание с бассейном и многочисленными помещениями для дополнительных занятий рассчитано на 240 детей. А также школу на 550 мест, которая строится в рамках федеральной программы «Стимул». Также обсуждалось строительство самого жилого комплекса. Как отметил зампред правительства Российской Федерации, для жителей ЖК должна быть обеспечена социальная инфраструктура и временные компенсационные меры. Например, школьный автобус для детей. Проект жилого комплекса предполагает строительство 1,5 миллиона квадратных метров жилых помещений. Это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе недостроены 8 жилых кварталов. Это 58 многоквартирных домов. Для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ. Виталий Мутко отметил, что в декабре 2018 года в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым завершение строительства ЖК «Окский берег» планируется с участием Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства.